Привет всем, дорогие друзья, с вами все еще Дарт. И сегодня по немногочисленным, но все же имеющимся просьбам мы, я решил записать серию по Dino Hunter Deadly Shores. Сегодня мы посмотрим серию луков полностью вместе с трофейной серией. Ну что ж, давайте перед тем, как начнем, опять же по старинке посмотрим на наш лук. Как он теперь будет выглядеть полностью прокачан. То есть стрела опять такой гарпун какой-то. Охрененно огромный. Извиняюсь за выражение. Вот, ну лук смотрится красиво. То есть Леголас просто обзавидовался бы. Так, ну что ж, серия луков. Приступим. Нужно убить двух авирапторов. Раз и два. Так, следующее один гуанозавр или гуаянгозавр. Как бы правильно. Да, гуаянгозавр, так будет правильно. Значит, у него здесь боевые точки, хотел сказать. Уязвимые точки. Отлично. В копчик мы там. В тело. Так, следующий у нас молодой тинантозавр. Как же мне надоели эти виды животных. Все эти тинантозавры всякие там. Игуанодоны, комптозавры. Знаете, в голову. В мозг. Насквозь пробило, офигеть. Следующее это у нас два тарадона. Так, ну их тут чуть больше на случай промаха. Чисто в сердце. И куда-то там непонятно. Опять насквозь пробило, офигеть. Вот эта стрела мощная, блин, капец. Так, следующее двух гриппозавров надо убить. Так, ну, в принципе, нормально сделан гриппозавр. Да, нормально. Так, ну вот сюда. Опа, не понял, что это за... Так, я не понял, что стоять. Стоять, не двигаться. В хвост. Засранец какой. Ну вот куда? Ну вот как, кто так бегает, а? Ну там куда-нибудь тебе в тело. Ну здесь насквозь не пробьешь тут. Несколько тонн мяса, так что вы мне предлагаете? Офигенно крутой лук? Нет, спасибо, не хочу. Так, с четырех диморфодонов. Это уже интересно сейчас будет. Так, ну где? Так, вот они. Ага! Раз. Вот это прикольно, мне нравится. И последний, отлично. Вот это было прикольно, вот это классно было сейчас. Барионикс, ну с Бариониксом особо много проблем не будет. Да, сделан он, конечно, хорошо, но вот то, что вот челюсть у него слишком уж прямая нижняя. Она должна быть немного кривой, как вот, судя по скелету. Точнее, по окаменелому черепу. Вот. Ну вот куда? Ну вот что вот? Ты вот нападай на гуаянгозавров. Вот что ты ко мне-то пристал? Ну вот что ж ты, япономать? Отвали. Ну что ж такое вы будете делать? Да охренеть. Я еще и промазал. Вот это прикольно. Не помню, когда у меня были смерти. Все из-за того, что я мазал. Упускал стрелу и промахивался. Так что давайте немножко приблизим. Получай, засранец. Получай, засранец. И получай, засранец. Ах ты, у тебя еще 4 уязвимых точки, офигеть. Отвалите. 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 Отвалите.
Почему мне за них не платят? Все, умер. Фу. Пронесло. Ну это было прикольно. То есть видите, да? Как я в прошлый раз говорил, если не убьете мелких, то они могут вам помешать. То есть сейчас вот они мне мешали. То есть тупо летели на меня. Ну это прикольно, вот это прикольно. Сейчас была серия, точнее миссия такая, или как это назвать. Не знаю даже. Трех титанисов. Давайте. Ушатаем их. Так, воспользуемся вот такой штучечкой. Называется читерство. Посмотрите, какой у них мозг. Что это такое? Отлично, и вот последняя серия. Ну, точнее. Ну, вот называется серия, не знаю. Последняя миссия, что я буду называть миссией. Вот сейчас миссию еще одну сделаем. Потом мне энергия восполнится, мы с вами еще раз увидимся. И, надеюсь, добьем уже эту серию луков, потом уже на трофейную серию перейдем. Так, два молодых тиранозавра. Ну, это не интересно. Это уже не интересно. Давайте что-нибудь новенькое. Динозавров даже 600 видов нашли. Неужели сложно добавить кого-то в игру новенького? Отлично, вот в сердце, вот это я понимаю. Ну что ж, надеюсь, начало серии вам пока нравится. Лично мне нравится, особенно моя первая смерть за недолгий период времени. Сколько там за 4 серии последних, вот. Увидимся с вами после того, как у меня восполнится энергия. Никуда не уходим. Так, ну что ж, у меня почти восстановилась энергия. Остальную часть я уж потом как-нибудь с вами, ну, еще раз придется ждать, когда полностью восполнится, потому что времени все что-то у меня ограничено, в субботу странно. Хочу извиниться за первую часть видео, так как там со звуком были проблемы, играю. Почему-то воспроизводилось не через наушники, а через динамики, и, к сожалению, звук хуже записался. Но я ставлю какую-нибудь, ставлю эту звуковую поддержку, дорожку какую-нибудь, ставлю музыку, чтобы вы особо так не замечали эти проблемы, но все же хочу извиниться. Так, ну давайте. Трех старых динонихов нужно убить. Так, и третий. Шею, классно. Так, двух гриппозавров. Ну, это, по-моему, было уже. Что ж ты будешь делать-то? Ну, давай. Куда? Куда? В ногу, да? По-любому. А, не. В тело. Так, следующая трех пситокозавров. Вот это уже более-менее интересно. Отлично. Легкая. В тело. Вот где вот он? Вот чё за фигня? Класс. Чё ты будешь делать-то, а? Фу, убил. Отлично. Через сквозь дерево, ладно. Спасло меня. Так, следующий это у нас двух альбертозавров. Вот это будет уже опасненько. Четыре точки, да, это плохо. Это плохо.
Один. Лучше бы они с грохотом падали, так как все-таки животные крупные. Должны с грохотом падать. Что ж ты будешь делать-то? Да что? Как козлы вонючие. А, в голову тебе, сволочь. Да и в сердце. Ну, выглядит грозно, конечно. Так, трех старых миритериев, отлично. Сейчас их ушатаем. Видишь, он на меня бежал, сволочь. Безобидных млекопитающих перебил. Так, двух молодых тинотозавров. Да блин, ну хватит уже. Сколько можно уже этих тинотозавров? Я их терпеть уже не могу. Куда-то я должен попасть, точно. Уязвимое место. Да, отлично, в легкое. Так, что еще нам игра подкинет? Уже 6 деморфодонов. Ну давайте попробуем. Попробуем. А, ну вот здесь-то полегче будет. Отлично. На опережение стреляем. Странно, но здесь это опережение работает. Как ни странно для такой игры. Такс. Что еще? Четырех старых тарадонов. Ну что ж, давайте. Да. Так и да. Так, это моя ошибочка. Что такое-то? Так, где четвертый? Где четвертый? Вот он. Сколько можно уже? Отлично. Первый пошел, второй пошел, третий. Опа. Так, теперь надо четырех старых титанисов. Давайте покончим с ними. Первый, второй, третий и четвертый. Так, никуда не уходим, ждем, когда восполнится энергия, и вернемся опять для продолжения видео. Так, никуда не уходим, еще раз повторяю. Так, ну что ж, у нас восстановилась энергия, и можем покончить серией луков.
Нам предлагают убить сразу трех старых бариониксов. Это нелегко. Чарт промазал. Отлично. Первый в ауте. Так, мимо. Хорошо, хоть стрелы бесконечные. Так, и последний. Что ж ты будешь делать? А, вот попал. Все отлично. О, ничего себе. Наверное, офигенское оружие, но, к сожалению, не хватает. Так, ну а теперь перейдем в трофейную серию. Мидас. Это гигантский этот, как его, блин, забыл. Титанис, по-моему. Мидас, на удивление, удачен. Пора прервать его череду удач. Тавтология какая-то. Да, все-таки титанис это. Так, где? Отлично. И умри. В сердце. Сейчас давайте посмотрим вначале трофейную серию, потом особую. Аварец теперь. Это у нас алчный ящер, считает своим все, что попадается ему на глаза. Все, что он находит, принадлежит только ему. Это у нас Тарадон, как я понял. Да, только разукрашенный. Причем неплохо, даже очень хорошо, я бы сказал. Так, мимо. Что ж ты будешь делать? Козел какой. Отлично. Что-то я сегодня необычайно косоглазый. Вот уже миллион накопил. Так, Берта. Страшно смертоносная эта слизистая рептилия. Печется только о своей очередной еде. Но, если честно, Берта это гриппозавр. И она питается растениями. Что за фигня? Вот это что такое тут понаписали? Кошмар. Да, и разукрасили не очень, если честно. Но, ну, лучше, чем стандартная фиолетовая фигня какая-то. Этот гораздо круче смотрится. Люблю больших боссов, так как они по ним легче попасть. Хватает, но брать не буду, нафиг мне оно надо. Так, вот открылся винтовок, но это позже, позже. Сейчас нужно в особой серии. А, вот, собственно говоря, то оружие, которое нам предлагали, Дармон Скорпиус. 5 диморфонов. Ну, давайте глянем, раз предлагают. Вот это классно, это арбалет какой-то. Жесть. Классно. Офигеть. Отличное оружие. Жалко, что не хватает.
Ну, давайте посмотрим, что за винтовку нам предлагают. Выглядит довольно внушающе. Прям какой-то Хейла. Да, круто смотрится. Что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи, хорошего настроения. Пока будем обходиться билдером и динохантером. Потом посмотрим, какие видео я буду снимать в дальнейшем. Просто я решил уже окончательно покончить с билдером и перейти уже на какую-нибудь другую игру, допустим, сюжетную, то есть не браузерную, чтобы порадовать вас. Ну что ж, увидимся с вами в следующем видео. С вами был Дерт. Всем пока. Пока.